5 травня, неділя, традиційне звернення з військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світановим. Пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Ворог запустив немалу кількість шахедів, запущено було 24 одиниці. Летіли вони, пане Романе, з Курська та з мису Чауда. Збили достатньо хорошу кількість. Так, 24 було запущено, один пройшов, нанес удар, і 23 було либо повреждено, либо збито. Неплохо виконана задача, молодці ПВОшники. Так, влучили в Харкові, знову страждає, і Одеса. Ну, Харків – це окрема історія. Пане Романе, як ви вважаєте, які плани ворога на Харків? Чи зможуть, чи будуть пробувати наступати, чи просто будуть намагатися кошмарити місто, аби змусити харків'ян виїздити і покидати, і таким чином робити, ну, сіро, напівсіру зону? Ну, це давлення не так задача, щоб хтось виїхав, іноді наоборот. Їм головне давити на общество українське, давити з цілею принуждення капітуляції, це понятно. Вони вибрали два міста, по яким їм удобніше всього працювати. Це Харків, так як 30 км від лінії границі, і Одеса, так як кримські воєнні об'єкти російські. Они достают до Одессы, там расстояние как раз полетное, и полетное время маленькое, подлетное время ракет. Потому вот эти два города, они, россияне, на них будут давить постоянно с задачей принудить к замораживанию, капитуляции, передаче территории, ну и так далее и тому подобное. Террористический механизм, естественно. Террористические в общей задачи геноцида украинского населения. То количество войск, которое сейчас есть у россиян, его недостаточно, даже всего количества войск недостаточно для того, чтобы планировать захват, окружение или порабощение востока страны, Харькова в том числе. То есть это нереально. А вот вывести, допустим, несколько бригад, корпусов вдоль линии границы в районе Харькова со стороны Белгорода, россияне могут для связывания наших войск в том регионе. Я думаю, как только подойдут обещанные зенитно-ракетные комплексы, самолеты, Харьков будет прикрыт. Там есть это механизм, есть возможность в паре с Патриотом F-16 прикроет Харьков от КАБов, так это точно. И от С-300, потому это одна из таких основных задач сейчас на данный момент нашей противовоздушной обороны. Харьков, Одесса, Херсон, то есть это такие областные города, которые точно она будет прикрывать. Пане Романе, і по тимчасово окупованому Криму, що відомо, що там потужна пожежа. Сімферополь, склад, працює 60 спеціалістів, 14 одиниць техніки, і пожежа така потужна до 1000 квадратних метрів. Ну, продовжується виконання бойових задач. Скоріше всього, наші партизани в самому Криму работают. Есть военных объектов, мы уже говорили, там больше сотни таких стационарных, около 200 общих. И эти объекты всем прекрасно известны, тем более крымчанам. Потому крымчане, наши украинцы в Крыму продолжают выполнение боевых задач. В крайньому зверненні президент України Володимир Зеленський сказав наступне, пане Романе, що в ці найближчі дні треба бути особливо уважними, тому що можуть окупанти активніше бити по Україні або вчиняти інші звірства. І що цікаво, він повідомив, що, до речі, за довгий тривалий час збита сушка російська, Су-25. Хто це зробили? Це зробила 110-та бригада, якраз та бригада, яка була на ротації, яка захищала Авдіївку, повернулася зараз на фронт, і відразу є результат. Последнее время идет ротация, запущена, то есть команда новая пытается управлять процессом, часть войск отводится в резерв на доукомплектование, те, которые прошли уже этот механизм, возвращаются обратно, сразу вступают в бой, причем они возвращаются уже с американским оружием. Тем из тех блоков помощи, которые в последнее время были выделены и отправлены. То есть заходит не просто оружие из новых партий, а сразу с частями.
с нашими вооруженными силами. Потому тут же включаются в бой, действительно передали, и, как и обещали, передали достаточное количество ПЗРК и работают. Россияне по привычке, особенно Су-25, последние где-то 1.5-2 месяца Су-25 кошмарили, выходили на линию боевого соприкосновения, иногда даже на предельно малых высотах, ее переходили и работали по нашим позициям, понимая, что у нас просто нечем их сбивать. На предельно малых высотах зенитно-ракетные комплексы их не видят, снести их можно только с помощью ПЗРК. Вот возврат наших частей уже с этой помощью сразу же привел к результату. Одна сушка почила в бозе, если так можно сказать. Су-25-х у них не так много. Они не производятся, то есть это, в принципі, безвозвратна потеря для росіян. До речі, пане Роман, з появою в нас авіації, маю на увазі F-16, чи можна розраховувати на те, що удари кабами, вильоти їхніх сушок будуть не такими частими? Ну, це одна із основних задач самолітів-істребителів, тобто завоювання превосходства в воздухі, а це значить невозможность работы российской авиации на определенном расстоянии. Только для такого рода действий, для работы вдоль линии боевого соприкосновения, F-16 нужен однозначно в пару работа ПЗРК, работа ЗРК, зенитно-ракетного комплекса типа Patriot или SMT, и должно быть достаточное количество F-16. Один же самолет, пара, звено ничего не сделает. Это должны быть эскадрильи самолетов тогда для того, чтобы можно было контролировать все такого вида процессы. Плюс, почему мы сейчас запрашиваем риперы, нужно достаточно серьезная у нас уже в нашем распоряжении системы слежения на глубину около как минимум 200 километров. Рипер девятка это позволяет для того, чтобы успевать перехватить российские бомбардировщики, которые будут подходить к точке к рубежу сброса. То есть здесь целый комплекс мероприятий, однозначно для этого, в принципе, F-16 это и нужен. Посмотрим, то есть как он будет передаваться, количество, ну, естественно, связка со всеми системами слежения, локаторами и так далее и тому подобное. До речі, пане Романе, про F-16. От депутат французького парламенту, він же голова комісії з питань оборони та збройних сил Томас Гасілут, в ефірі одному з телеканалів французький сказав наступне, що вони будуть адаптовувати ракети «Хаммер-250» на F-16. Нагадаю нашим глядачам, що нам обіцяла Франція 600 таких ракет в рік. І тут питання, чи це буде з цих ракет монтуватися, чи додатково вони будуть монтуватися. Але загалом, як ця ракета буде працювати на F-16-х? Ну, это больше авиационная планирующая бомба, чем ракета. Хотя авиабомба с ракетным ускорителем, ее, в принципе, тоже можно считать ракетой, если считать по поводу ускорителя как такового. Хорошая бомба, очень хорошо себя показала. У нас работают авиабомбы 250-килограммовые, достаточное количество для того и точность поражения для того, чтобы эта боевая часть выполнила боевую задачу. Оптимальный вариант просто его использовать эти управляемые планирующие авиабомбы с системой, которая могла бы их контролировать, корректировать в полете, то есть с самолетом европейским или американским. Так вот, к европейским самолетам они подходят, а к F-16, кстати, большое количество оборудования европейского ракетного и бомбового не подходит к F-16. У него есть свой спектр оборудования однозначно, то есть заряжен F-16 довольно-таки неплохо, около 120 модификаций всякого вида авиационного вооружения, а вот часть европейских производителей не планировали подвес именно на F-16 и сейчас решают эти вопросы либо с переходниками, с пилонами, либо системами управления, перезаливкой и перепрограммированием. То есть есть эти подготовительные мероприятия и есть возможность того, что мы хаммерами будем работать непосредственно с F-16, управляя самим процессом воздействия на эту планирующую авиабомбу.
Також відомо, що Пентагон на початку травня, 3 травня, підписав угоду з компанією внутрішньою для виготовлення, пане Романе, ракет JDAM-R із радіолокаційною системою HOMON GPS. І частина, вони повідомляють, що частина цих ракет мають надійти до України, вони будуть дуже добре, будуть невидимі і дуже добре будуть бити по засобах РЕП окупанта. Ну, JDAM – це обвес на авіабомбу. У нас достатньо кількість авіабомб, кстати, якраз 250-х дуже багато. ФАБ-250, ФАБ-500 є теж, і, в принципі, їх і ФАБ-500 можна знайти в своє время. Советский Союз наклепал десятки тысяч и рассовал по всем своим базам, по всему миру. То есть, по большому счету, эти авиабомбы можно найти. А JDAM – это обвес. То есть, это система, которая из свободно падающей авиабомбы делает планирующую управляемую авиабомбу высокоточно. В последнее время российские системы радиоэлектронной борьбы научились противодействовать такого рода боеприпасам, которые заходят по GPS-навигации. Разного уровня есть. И, ну, как каждые 3-4 месяца нужно менять подход. Противник адаптируется к любому боеприпасу практически. 3-4 месяца мы адаптируемся к российским боеприпасам, россияне к нашим. И каждые 3-4 месяца нужно менять подход, механизмы управления, механизмы воздействия. А вот этот придуманный сейчас, по крайней мере, ход даст возможность не только обходить систему РЭП, а еще и уничтожать, то есть искать системы радиоэлектронной борьбы и их поражать. Ну, примерный тип работы понятен, типа как у ракет ХАРМ. Это ракеты противорадиолокационные, которые идут в пассивном режиме на радиосигнал. Пане Романе, і після 2 місяців мовчання повернувся ефектно Валерій Залужний. Він в себе офіційно в телеграм-каналі продемонстрував наступну фотографію. 4 числа ввечері написав 25 метрів, Глок 17, є ще порох в порохівницях. Ну, от хочу нагадати, що вже не є військовим, так, Залужний, але все ж таки частину згадує свою військову. А це от, якщо б была возможность поставить сейчас, назначить генерала Залужного министром обороны вместо Умерова. Увидеть бы, конечно, Залужного, генерала Залужного со всей своей командой. Там больше десятка толковых генералов, которые прошли Крым и Рым и медные трубы, знают, как воевать, знают, что надо для армии. Вот генерала Залужного вместе со всей своей командой поставить Министерство обороны, поверьте, очень бы быстро решились те проблемы в Министерстве обороны, которые они уже больше 30 лет с развала Советского Союза так и не выкорчеваны. Там надо полная замена команды. Вот полная. Вот просится эти 15 генералов, больше 15 генералов, завести в Министерство обороны. Но, еще раз повторюсь, если будет такая возможность. Хотя назначение, допустим, тем же послом в Великобританию, в одну из таких центральных для нас стран сейчас по помощи, это тоже серьезный ход. Пане Романе, і по фронту Інститут вивчення війни каже наступне. Просунулися справді росіяни на північі до Авдіївки, в бік Архангельського. Зараз глянемо, це ще північніше від Очеретиного, ось на цьому напрямку. І кажуть аналітики, що вони зараз використовують вікно можливостей, допоки йде допомога від наших союзників, в першу чергу від Сполучених Штатів Америки. Але також аналітики кажуть, що подальші наміри окупантів невідомі. Пане Романе, як ви вважаєте, що будуть робити окупанти? Це йти на Покровськ чи, можливо, йти рухатись в бік Часового Яру, аби зробити проблеми для Турецька? Ну, вряд ли там просится любой, в принципе, военный аналитик, та, естественно, генералы генштаба. Из Очеретина они будут пытаться двигаться к дороге Покровск-Константиновка, то есть для того, чтобы взять под огневой контроль. Там примерно километров 10 осталось до этой дороги, чуть больше 10 километров россиянам осталось до этой дороги. Это одна из основных, не единственная
там еще несколько, там через Доброполье, там много еще дорог есть. Но одна из основных, которая питает Константиновку, Часовьяр, в том числе Славянск, Краматорск и Дружков. То есть это направление, а вот уже вдоль дороги россияне любят двигаться вдоль дорог. Железная дорога, почему на Черетино пошли, они просто как на дрезине по железке проскочили в Черетино. То есть вдоль железной дороги из Авдеевки дошли до Черетино. Сейчас у них задача, понимая, что у них головная колонна оторвалась. И в принципе несколько бригад типа 110, если завести с флангов, они их, эту колонну отсекут, они сейчас начали расширять вклинение, то есть укреплять фланги, и вот почему и движение на юго-запад и на северо-восток в этом месте сейчас у россиян происходит. Вот они расширяют фланги для того, чтобы потом можно было двигаться именно на эту дорогу. Вот с дороги, куда они могут пойти, будет все зависеть от того, как у них будет развиваться ситуация в районе Часовьяра. То есть они планируют выдавить наши войска из Часовьяра и дальше, допустим, из-под Очеретина выйдут на дорогу Покровск-Константиновка и пойти на Константиновку, окружая Торец. То есть механизм такой есть. Вдоль дороги на Константиновку с юго-запада и из Бахмута, опять же, вдоль той же дороги Бахмут-Константиновка с северо-востока. Выйти на Константиновку с двух сторон, Торец получается в окружении. Это то, что прорисовывается, исходя из карты, которую мы сейчас видим. Если у них в ближайшее время не получится улучшить свои позиции в районе Часовьяра, то тогда, скорее всего, они пойдут на Покровск, причем с такой широкой дугой, пытаясь зайти в тыл нашим войскам в Карловке и в Курахово. То есть это движение на юго-запад. Потому впереди как минимум вот такая развилка в зависимости от возможностей, которые будут у россиян. Почему они сейчас сюда перебрасывают дополнительные силы, даже с Запорожского фронта снимая их, перебрасывают в это вклинение, пытаясь расширить. Это уже пытаешься расширить сам механизм захода на оперативный простор. Дальше уже после второй линии обороны, это практически вторая, они пытаются выйти на оперативный простор в районе Покровска. Ну, у нас там есть еще одна линия обороны, то есть, в принципе, мы сразу еще с 2014-2015 года готовили три линии обороны, вот одна в районе Покровск-Доброполье. И вот они пытаются между второй и третьей, по крайней мере, влиться, выдавить наши войска. Будут пытаться, не то, что пытаются, но, по крайней мере, будут пытаться. Пане Романе, і по втратах ворога, зафіксованих втратах, тобто це не хтось комусь сказав, а це справді є факт. Загалом співвідношення за квітень 1:3.5. Ми всіх номенклатурі озброєння переважаємо. От, наприклад, якщо взяти танки, то ми втратили за квітень місяць 58 одиниць, росіяни втратили 255, бронетехніка 123, 573, зрозуміло, що понад пів тисячі в росіян. Ну і зенітно-ракетні комплекси, у нас 9 одиниць, в росіян 26. Загалом 1,3, це є хороший показник знищення саме техніки? 3,1, то есть больше. Так и есть. Любая наступающая армия, она теряет в три раза и больше техники, боеприпасов, личного состава. Это коэффициенты войны, так называемые. 1:3 – это минимум потери у любой наступающей армии, если они проводятся без серьезного превосходства в воздухе. Это если работают авиация, как таран, как штурмовики, когда заходят на территорию противника. Но для этого надо потушить ПВО, это даже россияне сделать не могут, потому они пытаются наступать, естественно, наземными средствами, а здесь однозначно потери 1:3, это как минимум, это базовая, так сказать, коэффициент, вот мы его выдерживаем. Надо просто понимать, что боевые бронированные машины – это расходный материал. Практически так же, как и снаряд. То есть снаряд выстрелили, выполнил свою задачу, гильзу выбросили, ну и так далее и тому подобное. Та же картина с боевыми бронированными машинами. Основная задача их – это сохранить жизнь экипажу, прикрыть десант, дать возможность десанту выполнить боевую задачу, отойти. То есть это целый вопрос мероприятий. Но основная, еще раз повторюсь, задача взять боевых бронированных машин, взять удар на себя. Естественно, они погибают первыми.
Пане Романе, якщо говорити про втрати ворога, це кажуть самі ж воєнкори їхні в зет-пабліках, кажуть наступне, що просування їхні повільні на фронті на сході і даються величезною кількістю живої сили противника. Вони кажуть наступне, що всі їхні формування, які йдуть в штурм, не виводяться з нуля. Тобто вони сточуються під нуль і згодом заводяться нові. І кажуть, що найгірше для них, ну а для нас, звичайно, це добре, що так як вони сточують всі бойові групи під нуль, нові, які приходять, є без досвіду, не знають на місцевості нічого, відповідно, проводять бойові дії значно гірше. Но их много, вот где проблема у нас. То есть у россиян этот ресурс, он не заканчивается. Людской ресурс у россиян в таком режиме, в котором сейчас идут боевые действия, он практически бесконечен. 1000 россиян в сутки они могут ставить по 1120 городам российским. Это один человек, вернее, один россиянин в сутки в одном городе. И у них 1000 стоит в строю, естественно, они, для них каждый террорист – это просто как патрон. Вот я сейчас только говорил, выстрелил, гильзу выбросил, забыл. Примерно так они работают. То есть россиянин, военнослужащий – это патрон одноразовый, такой режим контрацептивный режим. Использовал, забыл. То есть примерно так. Технику, которую они сейчас использовать начали в больших количествах, это та, которая осталась с зимнего наступательного порыва россиян, которую они не использовали, потому что там в свое время не сложилось с морозами. Сейчас они ее вывели, но опять же, тоже в больших количествах не используют. Почему? Потому что наши операторы дронов, сейчас достаточное количество дронов появилось, контролируют в глубину 5-7 километров, потому россияне, если используют технику только либо на больших дальностях, сейчас прекрасно понимают, что она попадает тут же под удары, причем что в течение боевого, то есть в течение времени боевого соприкосновения и также и в местах отстоя техники. Работают наши дронщики по серьезным глубинам тыла противника, выискивают места отстоя российской техники, уничтожают ее и там. То есть вот с техникой у россиян не сложилось, потому они используют вот эти патроны одноразовые российских террористов, бросая постоянного места. Можно сказать, продолжается тема местных штурмов. Единственное, что они не масштабные по количеству террористов в группе, то есть, ну, много групп, то есть много мелких групп, 4, 5, 10 россиян в группе, вот они пытаются давить. Ну, мы видим результат, больше 1000 россиян в сутки минусуется. Вот та 1000, которая становится строй, она в сутки минусуется, потому баланс, общий баланс 500 000 российской армии держится, мы его стачиваем. До речі, британська розвідка, пане Романе, каже, що наступні два місяці втрати окупантів зростуть ще більше, тому що вони намагатимуться просуватися і, відповідно, шалено зростатимуть їхні втрати. Чи вийде в них замінити ці втрати? Тобто, і ця, якщо вийде замінити, то яка буде підготовка і як вони будуть навчені ці нові резерви? Окно возможностей у россиян наступать масштабно, оно закрывается, оно уже закрывается. Даже вот те части, которые заходят, свежие части с американским вооружением, заходят на линию фронта, это вот как раз закрытие той форточки, уже того окна нет, можно сказать, форточка осталась еще, закрывается, и у них не будет возможности именно масштабных наступательных действий. Естественно, стираются, уничтожаются россияне, те, которые более-менее подготовлены, и они их не отводят, а бросают вновь поставленных в строй, и, естественно, у них профпригодность меньше и меньше, но как раз это сейчас для них не важно, потому что они пытаются забросить наши позиции. У них это получалось. Почему? Потому что не было железа, просто не было железа. Сейчас железо подойдет, против железа всегда проигрывает, потому сколько бы они ни ставили в строй, они будут уничтожаться. Вопрос в дополнительной мобилизации россиян, ну пока, по крайней мере, не стоит.
Дурачков в России еще хватает, не один миллион, очередь стоит в рекрутинговые центры российские. Она не иссякает в этом смысле. Потому этот ресурс, можно сказать, я уже сказал, это можно повторить, это он бесконечен. То есть живой ресурс российский, он бесконечен. Потому нам надо большое количество железа для того, чтобы боеприпасов, для того, чтобы его стачивать постоянно. Это как вода в кране, если он плотно не закрывается. Вот примерно так. Но основная задача сейчас перенести удары в тыл противника, уничтожать их систему производства вооружений, то есть пытаться уничтожить логистические цепочки, технику, боеприпасы. У нас появилось достаточное количество, или, по крайней мере, обещали достаточное количество дальних средств поражения. Ракеты с дальностью, допустим, даже в 100 миль дадут возможность контролировать все эти цепочки, и не с чем будет просто идти в атаку. Пане Романе, от радник з нацбезпеки президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена Джек Саліван каже наступне, що завдяки цій допомозі 60 мільярдів доларів, яку проголосували і яка починає надходити, Україна і Збройні Сили України в 25-му році можуть розпочати контрнаступальні дії. Ну, це масштабне наступлення, то, яке планувалось в прошлом году, допустим, да, дійсно, ми його повторити зможемо не раніше, ніж наступний рік. Это с весны следующего года, не раньше. Это май-июнь даже, может быть, ближе к лету. Надо подготовка около года, создание резервов, разворачивание, планирование. То есть общий механизм подготовки к масштабным наступательным действиям. Это следующий год. Но в этом году у нас есть возможность провести локальные контрнаступательные действия в зависимости от количества зашедшей авиации. С авиацией будет все связано. Любые механизмы для наступления сейчас только с участием, естественно, воздушных средств поражения. То есть, если будет хотя бы одна бригада в этом году, хотя бы одна бригада, мы отработаем одно направление. Оптимальный вариант – это, конечно, направление в сторону Крыма с правого на левый берег. Пане Романе, і також міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав наступне, що вигідно Україні і вигідно нашим партнерам тримати Путіна в невизначеності. Мається на увазі, він прокоментував слова Макрона про можливу відправку військ в Україну. Він сказав, що краще хай Кремль не знає, що і як ми можемо зробити. Як ці слова можна розцінювати? І чи справді ви розраховуєте, що союзники можуть, власне, в класичному розумінні військ з'явитися в Україні? Ну, поки тільки до некоторих руководителів Європи доходить, що такі дії, як вони проводили в 2021 році, с каждого утюга вещая, что НАТО не вступится за Украину, если россияне на нее нападут, никогда там натовский солдат не защитит Украину, никогда натовское вооружение в Украину не попадет. Это ж они практически приглашали, если вспомните. С каждого утюга, от Столтенберга, заканчивая Байденом, все рассказывали о том, что как они готовы отдать Украину на разрыв российским войскам. Вот примерно вот сейчас до них до этого доходит, по крайней мере, до наших ближайших друзей, что надо как минимум молчать по этому направлению, по этому вопросу. Если уже нечего сказать, просто промолчите. А если думаете помочь, тогда они могут уже, мы же это слышим, и Франция, и Польша, и страны Балтии, не исключая такой возможности участия своих войск на нашей территории для поддержки как минимум нашего тыла. Дело в том, что поддержка в тылу иностранными войсками даст возможность нашим тыловым частям поддержать уже фронтальные мероприятия. Это очень важно. Разными механизмами они могут быть, какие угодно. Но тем не менее, эта возможность точно есть. И вот ее исключать уж точно нельзя. Причем даже не просто там давя на Путина, а ее просто нельзя исключать, исходя из необходимости ведения боевых действий.
Пане Романе, і от Трамп, це от Financial Times передає, що він має начебто план завершення війни в Україні, але його оголосить лише після виборів і натякають, що він там змусить до якогось миру і змусить також країни НАТО і Європи більше виділяти на оборонку те, як робить, до речі, Польща. Вони виділяють 4%, найбільше з усіх. Вот после того, как за последние 4 года президентства Байдена американская армия никого ни к чему принудить не может, и администрация Америки, по крайней мере, это байденовская, это как минимум, никакого конфликта, никакого давления в мире не оказала, только убегала от всего. Убежала из Афганистана, убежала от начала боевых действий и практически подготовила их, мы же помним лето 21 года, когда Байден там обнимался с Путиным, практически отдавая Украину. Американцы, это Трамп льстит себе, уже Америка не та, американская администрация, американское вооружение, американская армия не способны кому-то навязывать свое видение развития ситуации. Вы просто не способны. Сдулись американцы, если так вот говорить, как оно есть. Потому эти все посылы Байдена, что он кого-то там заставит, ну, заставлялка у него уже усохла и обвисла. Потому есть эти проблемы, когда уже начинает, это даже смешно иногда выглядит, когда начинают американцы рассказывать, что они кого-то где-то заставят. Да не заставят они никого. Уже никого они не заставят, потому что они потеряли свое главенствующее положение в мире, это прекрасно все понимают. А вот то, что видение процессов помощи нам Европы, именно европейские механизмы помощи, так мы сами здесь и без Байдена, и без Трампа это вопросы решим. Это Европа, в конце концов, европейское сообщество, оно уже пришло к пониманию процессов участия в своей личной безопасности в Европе, понимая, что эти все забугорные товарищи, заморские, они хороши только потрындеть и попонтоваться в мире, а не более того. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 5 травня, неділя. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки і, звісно ж, діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми побачимось з вами в ефірі 24 каналу.